Мамочка, пожалуйста, открой глаза. Мамочка, ты слышишь нас? Пожалуйста, открой глаза. Мама, пожалуйста, открой глаза. Мама, пожалуйста, поправляйся. Мама. Мама. Пожалуйста, мама, поправляйся. Подождите снаружи, пожалуйста. Кемаль, если с мамой что-то случится, я не смогу так жить. Ничего не случится. Твоя мама такая же сильная, как и ты. Она поправится. Бират, ты лучше пойди туда, где должна была быть свадьба. Мы внезапно все выбежали, а дверь нараспашку. И сотруднику ЗАГСа мы ничего не сказали. Мы внезапно просто все выбежали оттуда. Не было, что ли, брака? Ладно, я разберусь. Ты тоже пришла, мама? Если что случится с ней, я никогда себя не прощу. Она пошла туда, чтобы мой букет взять. Никогда не прощу тебя, Кемаль. Почему, а? Что мы плохого сделали, что такое с нами приключилось-то, а? Доктор? Что, доктор, с ней? Пока что рано что-то говорить. Госпожа Сергей сейчас на исследовании. Выдаю первые результаты, и я дам вам информацию. С вашего позволения. Мамочка, все нормально? Со мной это все нормально, но... Госпожа Севги, надеюсь, Всевышний им поможет. Дай Бог поможет. Мы будем молиться, и надеюсь, она будет спасена. Аминь. Сестра, пожалуйста, хоть бы с мамой ничего не случилось. Единственная моя, доверься мне. С ней ничего не произойдет. Она сильная, нас не бросит. Не бросит нас. Нет, я все еще понять не могу. В пустом магазине как мог возникнуть пожар? Как все вообще могло произойти? На теле в некоторых зонах есть ожоги, но настоящая проблема в другом. Скорее всего, во время пожара она упала и ударилась головой. Есть риск внутреннего кровоизлияния в голове. И по печени мы заметили, что у нее есть определенные проблемы с прошлого. Она долго была внутри, поэтому это тоже оказало свое влияние. Ну и что будет теперь? Сейчас рано что-то говорить. Для начала нужно пережить эту ночь. Выздоровление. Бахар. Подожди, доченька, присаживайся, ну. Кемаль, сынок, возьми воды и приходи. Йылдыз. Пока вы будете приглядывать за девочками, я что-нибудь для Севги принесу, ладно? И возьму одежду для Бахара и Кемаль, хорошо? Бахар, ты давай, скорее звони Джунейд. Точно. Так, переживали, забыли про это совсем. Боялся свет включить, да? Мама? Что ты здесь делаешь, а? Я пришла из-за...
Что сказали доктора? Тетя Сергей ведь поправится, да? А вас-то так волнует, да? Ты очень переживаешь за тетю Сергею? Что ты говоришь, мама? Да тьфу на тебя, Берет! Вам должно быть стыдно. Тебе должно быть стыдно. Что ты говоришь, мама? Что я говорю, да? Тебе не стыдно с Хандан промышлять, а? Я знаю, что вы подожгли. Это вы подожгли.